На мой взгляд, банк развития БРИКС – это действительно один из, так сказать, козырей против МВФ. То, что они сейчас делают, пытаются именно финансовыми методами решать политические задачи. И необходимо этой силе действительно противопоставить что-то более значимое. И в этом случае, я думаю, наши лидеры как раз попали в десятку.